Рождественские базары и новогодние ярмарки в Сочи – это уже сложившаяся традиция. Как обычно, в преддверии любимого зимнего праздника местные производители для сочинцев и гостей курорта предлагают все самое лучшее. На новогоднюю ярмарку свежие продукты привезли со всей Кубани и не только. Из станицы Крыловской, например, в Сочи привезли свежее мясо. Ароматное сало приехало из Кропоткина. Курицу, индейку и свинину предлагает Ставропольский край. Еще на ярмарке можно купить свежую рыбу – карпа и толстолобика из Адыгеи. Для любителей копчености – рыба прямиком с Камчатки. Здесь же можно купить яблоки, мандарины, овощи, а еще грибы и ягоды, и, конечно же, мед, и продукцию сочинского хлеба и мясокомбината. Я еще раз приглашаю гостей, жителей курорта посетить ярмарку и поддержать нашего производителя. Они разнообразят палитру новогоднего стола. Новогодняя ярмарка работает в Сочи уже 5 дней. Посетители охотно разбирают продукты с прилавков, подкупают то, что товары местные, плюс цены здесь ниже рыночных. Ценами довольны, купили яблоки, идем покупать дальше. Все, яблоко, это ярмарка очень хорошо. Купил коробочку для сына, если брал туда конфеток в подарок сыночку. Не знаю, что ему дарить. Так, презент пусть будет. Цены в соответствии качества, я считаю. Но эта фирма все равно, как-то я ей доверяю. А еще здесь можно купить подарки и сувениры. Различные сладости в праздничных ярких упаковках, игрушки или, например, посуду, расписанную под хохлому и гжель. Самый теплый ассортимент наш – это русская хохлома. Это курский производственный комбинат, пищевой лак. Всем можно пользоваться. Это не просто декор, это радость нашего дома. Продукты к праздничному столу, а еще подарки и сувениры можно купить на площади у Южного Мола. Новогодняя ярмарка будет работать до 30 декабря включительно. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.